После выхода второго дополнения для Painkiller издатели Dreamcatcher решили доить серию и дальше. Вот только привлекать к этому оригинальных разработчиков из People Can Fly они не стали, и вместо них передали эстафету уже другим. Так и появилась на свет Painkiller Overdose, которая, несмотря на обновленный сеттинг, в котором они выкрутили насыщенность на максимум, явно уступала оригиналу. Считал я на момент ее выхода, ведь никто не мог подумать, что тотальное пробитие дна серии еще впереди. Дамы и господа, разрешите представить вашему вниманию... Походу я проебал коробку с диском. А, она же у Дианы. Диана! Где эту польскую киску носит? А, вот ты где. Обед 20 минут назад как закончился, а миска еще полная. Я требую объяснений. Мисс. Я не голодна. Понимаю, характер сильный и независимый не дает тебе права обсуждать свои проблемы со мной недостойным, но давай отбросим формальности хотя бы здесь. Сделаем вид, что мы друзья, и чисто по-дружески я готов выслушать тебя и вникнуть в суть проблемы. Так понимаю, ты не отстанешь. В точку. Изначально я должна была идти в оплачиваемый отпуск, но оперативница, планируемая на эту миссию, ушла в декрет. И теперь вместо того, чтобы съедать утренний стейк, после чего идти на расслабляющий массаж, я вынуждена торчать с пулей в плече и двумя кретинами. Первый любитель лысых, а второй анимешник конченый. Как хорошо, что я слушаю мнение только тех, кому нравлюсь. То есть вообще никого? Отнюдь. Очень многие считают меня неплохим обзорщиком и другом. Приведи пример. Лёха не в счет. Лёха, где ты, когда ты так нужен? Пусть анимешное направление канала тебя не обманывает. Максим серьезный парень. Да. Painkiller Воскрешение была разработана 27 октября 2009 года австралийской компанией Homeground Games. Что примечательно, у серии Painkiller, как и в случае серии Чужого, четвертая часть носит подзаголовок Воскрешение. Это типа отсылка для тех, кто в теме. Да я даже еще не родился, когда этот фильм вышел, о какой теме вообще идет речь. Впервые о данной игре я узнал из трейлера, выпущенного за 9 дней до релиза, в 360p качестве. Я правда пытался найти его в разрешении повыше, но, к сожалению, на момент создания обзора официальный сайт уже был передан под архив для порнухи. Данный трейлер, к слову, представляет серьезную опасность для ваших перепонок, ибо какой-то гений на голову решил, что будет охуенно, если данный трейлер окажется последним, чтобы услышать его в этой жизни, и назло выкрутит звук на максимум. Вообще, вероисповедание не позволяет мне делать обзоры трейлеров, но ради такого случая сделаю исключение. С первого же взгляда становится заметно, что трейлер — это чисто фанатская работа человека, которому предоставили отрывки из роликов из различных локаций и сказали, что до выхода трейлера осталась минута. Ибо мне непонятен прикол с приближением изображения с целью сделать интерфейс менее заметным, причем приближение во всех отрывках сделано с отличающимся масштабированием, при условии, что в трейлере присутствует отрывок, на котором наглядно продемонстрировано, что разрабы знали, как скрыть интерфейс, но все равно сделали вот так. Возможно, я забегаю вперед, но реализация у игры примерно на таком же уровне. Однако больше всего вставляет о так называемых особенностях, о которых буквально кричит данный трейлер. Возвращение боли, улучшенный физический движок, разрушаемое окружение. Очень оригинальное, кстати, разрушаемое окружение из оригинального Painkiller. Улучшенные тени и динамические источники света. Это не эпически важно! Знаешь, Диана, ты многое теряешь, если не купила эту игру ради этих теней. Ты переигрываешь. Ладно, ладно. Что там у нас еще? Новые и улучшенные монстры. К этому мы еще вернемся. Новые и улучшенные стволы. Новые к выходу трейлера разрабы, походу, постеснялись показать, зато на каждом шагу улучшенные стволы из оригинала.
Ну а что? Шаг назад — это тоже шаг, а? Не обращай внимания, так херню несу. А вот кооператив звучит более вразумительно, вот только в трейлере его забыли показать. Вместо него бонусные материалы, где разработчик не выдержал и решил выбрать легкий путь. Давайте попробуем откинуть лишний негатив и представим, что данный трейлер убедил меня в том, что этот продукт стоит внимания. С первой частью я познакомился спустя 2 года после ее выхода благодаря лицензионному диску, изданному компанией Акел, с подзаголовком, я цитирую, «крещенный кровью». Что немного странно, при условии, что оригинальный заголовок гласит «Рай нанимает Хитман». Однако для данного обзора я использую кадры из стимовской версии, так как игра на диске от Акелы чутка проклята. Painkiller появился благодаря стараниям польской компании People Can Fly, основанной в 2002 году. По словам одного из основателей Адриана Хмележа, изначальная идея была в совмещении жанра хоррор и ганплей, в котором присутствует лишь одно правило – убей или будь убит, что прослеживается в финальном продукте, ибо избежать схватки или договориться с противниками нельзя. Но при этом главный герой Дэниел Гарнер не являлся жертвой, а наоборот был истребителем нежити, которому предоставлен весьма обширный арсенал оружия и возможность поглощать души убитых врагов с целью получения силы, позволяющей убивать врагов еще более эффективно, и так далее. И да, вы наверняка подумали о том же, о чем и я. Ад, истребитель нежити, Doom. Но в этом нет ничего криминального или постыдного, заимствование вполне нормальная практика. Ты вправе позаимствовать мою идею, но и я вправе позаимствовать твою. А вот то, что эта хрень до сих пор загружается, это уже членовредительство, честное слово. Ты только что сказал слово «член», а это не очень-то вежливо. То есть, когда ты делаешь намек на то, что я заднеприводный, это нормально, да? Я не преследовала цели оскорбить тебя. Просто констатировала факт. Если говорить открыто, то загрузки воскрешения смехотворно долгие. И это только вершина айсберга, потому что дальше больше. Легендарный Painkiller возвращается в совершенно новом виде. Эта игра намного больше, чем экшен от первого лица. Современные технологии позволили превратить культовый адский слэшер в настоящий шедевр. Вы примете участие в новых приключениях Билла и сразитесь с поражающими воображение ордами чудовищных тварей. Арсенал охотника на монстров и демонов пополнится смертоносными новинками, а продуманный сюжет развернется перед вами в виде невероятно сильного графического романа. Новый диск явно перестарались с описанием по сравнению с теми же западными издателями. Я бы не придирался так сильно к этому, но если учитывать, о какой игре идет речь, незаслуженно. Ни капли вообще. При условии, что Homeground своим волевым решением решили поменять сеттинг, присущий 3 предыдущим частям, где карта была поделена на зоны, в которых вам было необходимо уничтожить определенное количество демонов, чтобы пройти дальше. Теперь же достаточно просто идти. Все. Ты только глянь, Дэн. Новая ходьба вышла. На Западе за издательство игры отвечали 2 студии, это Dreamcatcher США и Joe Wood в Европе. И несмотря на то, что отличается дизайн, описание используется одно. И то оно было составлено, судя по всему, по неебическим обещаниям из трейлера. Now, show me where the gates of hell are. Как оказалось, Homeground не единственные разработчики проекта. На сайте StopGame я нашел еще и упоминание неких MedArt, но никакой информации я по ним искать не стал. Мне хватило того, что их домен, как и в случае с сайтом игры, перешел под порно-архив. Только польский в этот раз. Формально, несмотря на нововведения, сам игровой процесс остался без каких-либо особых изменений. Ходить туда-сюда, стрелять и собирать всякое дерьмо. Просто отлично. Nice. Для игры был выбран все тот же Pain Engine, который использовался и при создании Overdose, о чем можно самому узнать, если запустить редактор 2 раза подряд. Об этом же нам намекает и интерфейс, который по какой-то причине менять не стали. Зато вернули классические стволы, создав тем самым вид блядской абоминации из оригинала и Overdose. Но это уже на их совесть.
Покоя мне по-прежнему не дает строчка из описания, в которой упоминается, а я цитирую, два абсолютно новых, безумных вида оружия. В безумии их создателей я ни капли не сомневаюсь, а вот инфа про то, что их два, нихуя не проверена. Потому что ни хрена их там не два, откуда они вообще это взяли? На том же сайте StopGame имеется информация, что второе оружие было добавлено патчем. Но что это за оружие, тут не указано. На Вики и по Пенкиллеру по второе оружие, допустим, нет ни слова. Но само собой это не остановило меня, и в поисках ответов я залез в редактор уровней и... ничего. Нет никакого второго оружия. Есть изображение, на котором якобы запечатлено нечто, но по мне так это скорее старая версия Мистера Молотова, единственного нового оружия в игре, которому они забыли добавить текстуры высокого разрешения, из-за чего оно выделяется на фоне оригинальных стволов. Мистер Молотов... Это сраное название. Ты хотел сказать странное? Диана, ты старшая по похождениям, а не логопед. Так что, какого хрена вообще? От тебя зарплаты хрен дождешься. Поэтому я устроилась логопедом на полставки. Я знаю, о чем сейчас все думают. Если бога нет, то кто тогда написал сценарий к этому обзору? Основная идея, скрытая в оружии, была в его отличии во время применения непосредственно в бою. Создание различного оружия в игре на самом деле не проблема. Я могу держать в руках нож, осколок стекла, лопату или же косу. Все они идентичны, разница только в размере, весе и внешнем виде. Но в бою его нахождение в руках и нанесение ударов было бы идентичным. Так что мы приняли решение сделать каждое оружие отличным друг от друга во время ведения боя, таким образом, чтобы оно развивалось вместе с игроком до конца игры. Если брать это во внимание, то создается впечатление, что у создателей воскрешения просто нет фантазии. И судя по функционалу данного агрегата, еще и понимание такого слова как баланс. Так как его свойства слишком завышены, а чрезмерное использование альтернативного огня гарантированно отправляет в рай. Режим демона тоже присутствует, и это, несомненно, самая забавная фишка серии. Хотя бы за сам факт приобретения мощи, способной выносить всех мобов буквально с одного удара. Причем периодически они сами начинают осознавать свою беспомощность перед главным героем. Блин. Так, пожалуйста, не убивайте, я маленький беззащитный! Терминатор! А затем на сцену выходит воскрешение, и разрабы такие. Видите вот эти вот охуенные эффекты, которые мы добавили, потому что можем? Так вот, оставить эффекты толчка силы в режиме демона из оригинальной части Overdose мы, блядь, не смогли. Ну все нормально, ребят. Потому что в игре есть разбивающееся стекло. Нет смысла больше оттягивать неизбежное, но классическая сперва рассказать о положительных чертах, а затем об отрицательных в контексте данной игры не подходит. Хотя бы по той причине, что игровой процесс, баланс, дизайн уровней, здравый смысл в этой игре сломаны, отсутствуют или же поданы не так, как надо. И не нужно говорить мне про то, что это скорее дополнение для оригинальной игры, чем отдельная игра. Я прекрасно осведомлен о том, что даже Overdose изначально планировалось как мод, пока у издателей не родилась идея продавать мод. Хотя я, наверное, с этого и должен был начать, да? Но тогда бы обзор лишился саспенса, бля. Начать, я думаю, стоит с самого интересного, а именно с дизайна. Если посмотреть прошлые серии, а именно оригинал, а затем Overdose, после чего перейти к воскрешению, то станет заметна одна интересная деталь. У воскрешения едва ли есть дизайн. Даже глядя на концепт-арты, становится понятно, что игра планировалась более красочной, чем получилось в итоге. Однако стоит отдать разрабам должное, карты и правда получились огромными, но в то же время по этой же самой причине на них постоянно теряется внимание к деталям. Из-за чего на уровнях можно повстречать отсутствие некоторых текстур, их неправильное наложение или чрезмерное растягивание, что выглядит убого, и это еще слабо сказано. Дальше больше кривожопое построение уровня умудряется вредить игровому процессу.
Ты понимаешь, зеленое золото, что это значит? Еще больше боли и страданий для меня. Таков путь. Отвечая на вопрос людей, которым эта игра понравилась, если таковые вообще есть, я не стараюсь искать различные косяки, чтобы посильнее придраться. Они находят себя сами, я даже не стал перепроходить игру. Все, что вы наблюдаете, это результат первого прохождения, и больше к этому притрагиваться у меня нет никакого желания. Само собой, у этой игры были тестеры, которые, судя по всему, самоустранились после первой же комнаты, ибо никто из них не подсказал разрабам, что ставить гигантскую неразрушаемую деревянную преграду на пути не самая лучшая идея, которую и не нужно даже разрушать, достаточно пройти в небольшую щель по правой стороне. Хотел разрушить деревянную преграду, как когда-то делал в первой Half-Life. О чем я вообще думал, а? Наверное, об обещанной физике? Издатели вообще оказались очень скупы на свои же обещания. Взять те же 6 обещанных новых видов монстров. Кстати, пока не забыл. Мы приняли решение, что каждый новый уровень должен преподносить 2 или даже 3 новых разновидностей монстров. Первого нового монстра можно повстречать на первом же уровне, в первой же комнате, и он похож на... Что это вообще? Я не знаю, что это, но могу сказать, что оно похоже на пятна дерьма в моем толчке. Это пятна дерьма на дерьмовой игре, это идеально описывает всю картину. Называется сие чудо голем, но я могу назвать его только внешне, потому что он использует анимации искусственный интеллект монстра из оригинала, так что по факту это просто скин. Следующий новый монстр его нет. Это все. Насколько они там просчитались? На 5? Чувствуете уровень их неосведомленности, да? В плане оружия они соврали наполовину, а при разговоре о монстрах перешли в откровенный пиздеж. Хороший показатель, не правда ли? Самое забавное, что сотрудники нового диска оказались поумнее своих западных коллег и убрали из описания всяческое упоминание чисел в избежание гневных комментариев в свой адрес. И неудивительно, ведь релиз в России состоялся на 6 месяцев позднее. Халтура достигает своего апогея ровно в тот момент, когда начинаешь понимать, что дизайн локаций не проработан настолько, что противники на локациях просто застревают. А иногда можно и застрять самому, и единственный способ выбраться — это загрузить сохранение. Загрузка в игре длится 1.5 минуты, если вы вдруг забыли. Но если вам и этого мало, то у разрабов припасен еще один туз в рукаве. A perfect 10. What am I looking at? Are you fucking serious? Fix this shit now! В игре на самом деле есть кооператив, вот только по традиции он, конечно же, работает совсем не так, как обещано. Формально уровни работают так же, как и в одиночной кампании, но в начинке от командного режима мультиплеера. Кто там, кстати, серваки держит? Но сервера для игры не обязательны, можно поиграть и с ботами, но есть одно но. В отличие от той же контры, у них отсутствует искусственный интеллект. Даже главный герой это понимает. Why didn't I go straight to hell? Да и проходить каждый уровень для открытия нового не нужно. Они все доступны изначально, но, как уже было сказано, работают по принципу мультиплеера, а значит, в них отсутствует сюжетные катсцены, возможность сохраняться, получать карты Тара, здравый смысл и просто смысл, так как даже конченый поймет, что все это было сделано для галочки, потому что кооператив никак не обоснован сюжетом, или точнее будет сказать, не предусмотрен. Но пускай он скажет за себя сам. My name is William Sherman. Дикий Билл, если быть точным, и на протяжении игры его будут называть именно Билл, а не Уильям, потому что Билл — это сокращенный вариант имени Уильям. Раз уж мы наконец добрались до матих катсцен, которым у нового диска явно вожделение, и да,
это заимствование из Макса Пейна. Я долго думал, расить разрабов за это или нет, но даже Википедия уже это сделала, поэтому не буду. Или все-таки буду? Чё, как, дружище, может ли бундюган зайти к тебе в хату? Братишка, иди нахуй, увидимся на работе. Эй, штрих, не надо на меня бздеть, потому что я прекрасен. Может, ты избавишься от своей причесочки на жопе, и тогда тёлки сами присядут на твой хер. Обожаю такие моменты, когда сразу вспоминаешь Макса Пейна. Потому что стилистика именно, как в той игре, очень, мягкий знак, красивов, сделанный, прямо проникаешь. Очень трогательно, братан, но тут все немного иначе. Ты думаешь, что ты проникаешь, в то время как на самом деле игра проникает тебя. Я не советую шутить с этой херней. Главный герой не только обладатель пафосного имени, но еще и пафосной профессии. Он наемный убийца. И я не стану тянуть кота за я... И за что же ты решил потянуть кота? За... хвост? Билл хоть и является убийцей, который выполняет грязную работу за деньги, убивает он только тех, кто, по его мнению, является Bad Boys, что не отменяет факта его страстной увлеченности этим делом. I remember my last day in the living world. I just another job to do. Another country, another city, another target. Since the first briefing for that mission, I had a very bad feeling. I knew something wrong would happen. Something very wrong. But the payment was good. Easy to do. No problem for a professional. Как я когда-то говорил в своих древних видосах. Понятное дело, что в компании мы таким идиотизмом заниматься не будем. Мы же профессиональные убийцы. Профессионал, который предпочитает не использовать глушитель, потому что он снижает урон на 20%. Профессионализм налицо. Само собой, пятая точка Билла чувствует подвох неспроста. В этом очередном городке еще и очередной обелиск из серии Dead Space находится. Воскрешение — это типа приквел приквела? На самом деле это силуэт собора. Билл решает устранить цель старым добрым подрывом, потому что задание было из категории D. Очередными целями на этот раз оказываются агенты Смита из Матрицы нового поколения. Они садятся за минированную машину, а сам Билл тем временем наблюдает из-за угла. Как вдруг, прямо в момент подрыва, к машине начинает подъезжать автобус с людьми, и здесь Билл раскрывает свою сущность. Он убийца, но не невинный. Билл убегает навстречу в надежде остановить автобус. Он молит Господа о том, чтобы он сохранил их жизни. Точно так же я молил ему, чтобы эта игра оказалась лишь страшным сном. But God didn't listen. And then... This is the fucking come to Jesus moment, and I was not born on a fucking turnip truck, man. Terrorists win. This is the fucking come to Jesus moment. Oh, damn, man. What a waste. This is the fucking come to Jesus moment. Билл осознавал, что за всех тех, кого он убил, воросток мемов и появление этой игры, ему дорога только в ад, но судьба распорядилась иначе. Именно об этом ведает первый уровень игры, носящий название «Собор». Как и в случае с Overdose, воскрешение не чурается проталкивать сюжетные диалоги на уровне. Вот только в Overdose были монологи, а здесь герой уже не один. Where am I? What is this thing of blades and light in my hand? You are the bearer of the painkiller, a weapon for the souls of warriors lost between heaven and hell. You'll find other souls, creatures and demons attacking you. This is the weapon to fight them off. You will find others too. The painkiller? Huh. Okay, let's see what this can do. Сюжет воскрешения хоть и схож с оригинальной историей, сам же смысл отличается. Появление Билла как хитмана, нанятого Раем, оправдывается в первой же кат-сцене. В то время как в оригинале Дэниел в смятении от выбора именно его хитманом, так как по его же словам, он ничего плохого не сделал. Here, take this. What's this? This is who you have to kill. Four guys, that's it? I just have to hunt down these four guys and that's it. I finally get out of here,
I finally get to see her again? Yes. But it won't be that easy. These four are generals in Lucifer's army. They're extremely powerful and well guarded by their minion hordes. I can handle them all, but why has it taken this long? What did I do wrong? Ask him what I did. Ask him why he thinks I deserve this. He didn't say. I was sent to offer you this chance, and that is all. He has his reasons, and he doesn't have to explain them to anyone. Do this, and you will be pure. I was pure? You're progressing well. I want answers. I've had enough of this. I've... What? You think this is funny? You think this is a joke? I want to know why I'm here. You're here because you're not pure. No! I want to know why I'm being judged. Why I am not... fair! Но факт остается фактом. Мотивация Дэниела — попасть в рай к жене, в то время как мотивация Билла... Похоже, мы подбираемся к самой интересной части, где ты будешь вынужден искать смысл там, где его нет. И ты решила, что самое время позлорадствовать по этому поводу, да? Почему сразу позлорадствовать? Ну, ты обычно ведешь себя так, словно я ведро, в которое харкают. Намекаешь на то, что я не оказываю должного уважения к твоей персоне? Я не буду жаловаться. Это не по-мужски. Значит, тебе и правда удалось выжить, привратник? Что? Что ты сейчас сказала? Ничего. Не бери в голову. Это чушь. Ты не просто так терпишь меня. Ты что-то знаешь. Расскажи мне. Ты меня помнишь? Я ненавижу тебя. Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься. Диана, я... Разговор окончен. Диана. Черт. Но жнец не говорит тебе всей правды. А ты скажешь? Я так и думал. Ты самая обычная лживая сука.